Құрметті көрермен, күнтізбеде 21 сәуір, сәрсенбі, сәтті өтсін, тобыл таңы сіздермен қайта қауышып отыр. Осы таңды сіздермен қарсы алатын мен баласы Жақсыбай және менің әріптесім Аман Кәрім. Алдағы бір жарым сағат бойы сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеріп, маңызды мәліметтермен бөлісетін боламыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Доброе утро, уважаемая страна, уважаемые костанайцы. В эфире снова для вас программа «Тобыл таңы» на телеканале «Костанай». Каждое утро, даже по субботам специально для вас, чтобы дарить вам хорошее, шикарное настроение, поднимать его. В ближайшие 90 минут будьте вместе с нами. С вами будут я и моя соведущая Балуса Жаксыбаева. Так, только что она вас, нас познакомила с вами. Поэтому, друзья, сегодня среда. Такое ощущение, что уже пятница и выходные совсем уже подошли, но не так, еще два дня до пятницы, поэтому кто так долго ждет выходных, запаситесь терпением. В ближайшие 90 минут будете вместе с нами, узнаем, как всегда, много чего интересного. Звоните нам в студию по номеру 54-39-04 и не забывайте писать нам мессенджер WhatsApp. Номер указан на ваших экранах телевизоров, но я для вас специально его повторю. 707-233-71-73. Всегда мы на прямой линии. Звоните, не стесняйтесь, мы всегда ответим на все ваши вопросы. Я бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, келесі кезекте дәл осы күнге арналған ауарай болжамын бірге көрек. Синоптиктер не дейді екен? Да, совсем недавно в Костанае было очень холодно, но сейчас постепенно погода улучшается. Будет ли она сохраняться на всей на протяжении всей недели? Давайте вместе узнаем, после чего сразу же продолжим. Құрметті телекөрермен, дәл осы кезде сәуірде жел тұрып, күн күрт суып кеткен кезде қазақта жалпы аңыз бар екен, бес қонақ келді деген бір түсінік қалыптасқан ежелден бері. Сол бес қонақ болу керек қазіргі кездегі күннің суын сонымен байланыстырып отыр. Құрметті телекөрермен, тікелей эфирде екенімізді тағы да естеріңізге сала кетейік. 54-39-04 біздің байланыс номеріміз. Және экранда көрсетілген WhatsApp желісінің номері арқылы бізге хабарлама қалдыруларыңызға болады. Дәл осы күні сіздердің жақындарыңыздың туған күні, не болмаса басқа да мерейтойлар болып жатса, біздің арна арқылы құттықтап қойыңыздар. Оларда бір қуан қалсын, таңертең жылы сөздерден бастаған дұрыс деп жатамыз. Сондықтан да бір-бірлеріңіздің көңіл-күйлеріңізді көтере жүріңіздер. Еще раз говорю, всем доброе утро. Кто только что проснулся, просыпайтесь, уважаемые костанайцы. На улице очень хорошо, рабочий день, надеюсь, ваш тоже будет очень классным, крутым. Звоните нам в студию, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, телефон студии 54-39-04. И также не забывайте про сайт kostanaitv.kz и социальные сети Instagram, Facebook. Оставляйте свои комментарии, делитесь утренним настроением, как сказала моя коллега. Поздравляйте своих близких, друзей, родственников с днем рождения. В сегодняшний день, в среду, 21 апреля, кстати, день рождения. В последнее время у наших коллег очень много стало день рождения. И как раз сегодня тоже одна из наших коллег отмечает день рождения. Это Гульсезым Актас, с чем мы ее поздравляем. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы она радовала своих близких и, конечно же, родителей.
сәуірде туған адамдар ерекше адамдар деп бұған дейін де айтқан болатынбыз. Әріптесімізді бүгінгі мерекесімен, жеке төл мерекесімен құттықтаймыз. Шығармашылық табыс тілейміз, гүлдей жайнап жүре беруіне тілектестігімізді білдіреміз. Бүгінгі күні жақсы өтсін дегіміз келеді. Манекеміздің осындай бір шағын тілегіміз бар. Құрметті телекөрермен, ал біз дәстүрден жаңылмай бағдарламамызды әсем әнмен жалғаймыз. Давайте в честь именинников, давайте так скажем, устроим музыкальную волну, очередь дадим музыкальной композиции, после чего сразу же вернемся и продолжим наш эфир. Біздің көңіл күйін көтеріп тастаған шығар деген үміттеміз. Егер де жұмысқа енді ғана дайындалып жатқан болсаңыздар, құрметті телекөрермен, Қостанай арнасын қосып қойып, өздеріңіздің тірліктеріңізді жасай берсеңіздер болады. Ал бүгінгі күндің күнтізбесі 21 сәуір екен айтып өткен болатынмын. Атаулы күндерге, әлемдегі мерекелерге тоқталып өтетін болсам, бүгін Бразилияның мемлекеттік мейрамы Тиран
дентес, терадентес көнейкен. Оқуғада қейнекен. Пакистанда Икбал көні. Пакистанның рухани әкесі саналған ақын, мұсылман лигасының президенті Мұхаммед Икбалды бүгін еске алатын мерекелерінің бірі екен. Және де Рим қаласының бүгін іргетасы қаланған күндердің бірі екен. Келесі өзіміздің Қазақстанға тоқталатын болсақ, осыдан 89 жыл бұрын Қазақ әйелі және Теңді газеттері негізінде Қазақстан әйелдері қоғамдық саяси журналының алғашқы басылымы шыққан күн екен. Жалпы құрметті телекөрермен, әр күн бір тарихи оқиғалармен таңбаланған. Егер де сіздердің де бүгінге қатысты өздеріңіздің бір мерекелік қуанышты жайттарыңыз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. 54-39-04 байланыс нөміріміз. Не болмаса, WhatsApp желісінде де хабарлама қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздердің сәлемдемелеріңізді жеткіземіз. Если говорить о праздничных днях, в мире каждый день что-то происходит, что-то празднуется, какие-то знаменательные дни. Да, только что моя соведущая озвучила все такие основные праздники на сегодняшний день, но также сегодня день СГО, то есть день службы государственной охраны, она была основана в 2014 году, основана на базе национальной безопасности, то есть вооруженные силы у нас были созданы в 1992 году, и на этой базе решили основать службу государственной охраны, которая занимает особое место в национальной безопасности, поэтому, кстати, кто хочет связать свою жизнь именно в вооруженных силах, можно попробовать свои силы именно в этой службе. А мы плавно подводим нашу тему к рубрике 3-4 каждое утро, чтобы вы чувствовали себя бодро, энергично, занимайтесь спортом, разминайтесь по утрам, уделите этому около 10-15 минут, этого будет достаточно. Зима позади, и хочется спросить наших телезрителей, как вы провели эту зиму, занимались ли вы спортом, катались ли на лыжах, катались ли на коньках, может быть, кому-то упала возможность покататься на сноуборде. Вообще, в общем, зимой заниматься спортом очень классно, потому что вы находитесь на свежем воздухе. Балоса, как ты относишься к зимним видам спорта и как ты часто катаешься на коньках или на лыжах? Ең басты осы қыс біткен кездегі менің көңіл күйім түскені, өйткені біз коньки теуіп көп үлгермей қалған сияқтымыз. Сол ғана бір көңілімді түсірген болмаса, себебі коньки тепкен өзіме қатты ұнайды. Біздегі солтүстік өңірдегі бір жақсы спорт түрлерінің бірі, менің ойымша, және де барлығының демалыс күндерін жақсы өткізетін бір жақсы тәсілдердің бірі сияқты. Да. В Европе, в зимних уголках страны, например, как вообще в Скандинавии, очень, мы знаем, развит лыжный спорт, коньки. Есть первый звонок, давайте его примем. Доброе утро. Алло, Хайрул Тань. Доброе утро, мой любимый Казахстан. Доброе утро, Аман Бабалса. Доброе утро. Вот Аман заговорил за национальную гвардию. А у меня гордость. Мой внук Петропавловский 4 года проучился. Сейчас в городе Актау. Лейтенант старший идет 4-ю звездочку. Арманбек. Национальная гвардия для меня это что-то. Любовь. Доверие, признание. Это армия, которой я стою на коленях перед этой армией. Я обожаю нашу казахстанскую армию. Благодаря им вся моя спит спокойно. Вся моя семья, вся страна. И заканчиваю словами Назарбаева, который подарил нашей армии. Сильный Казахстан. Немыслим без сильной профессиональной армии. Назарбаев. Спасибо вам за такую тему. Я каждое слово ваше не пропускаю. Я люблю вас обоих. Вы так хорошо ведете передачу. Каждое слово до нас доходит. Никогда об этом не забывайте. Мы вас, вся страна вас любит. Всего доброго. До свидания. Керемет, тағдар рахмет. Еще раз говорим спасибо нашей телезрительнице. Видимо, у нашей телезрительницы очень много внуков, которые работают в таких вот вооруженных правоохранительных органах. Мы знаем, что ее внук недавно праздновал юбилей, майор полиции, да, если не ошибаемся. А теперь еще один внук, который проучился в Петропавловске и теперь служит в городе Актау. Да, конечно, даже несмотря на то, что наша армия немногочисленная, около всего 80 тысяч человек
числится в нашей армии, но она считается очень такой одной из самых сильных на пространстве СНГ. Я құрметті телекөрмен, жаңа ғана хабарласқан біздің көрменіміз сияқты кер байланысқа шығып отырыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды, сіздердің пікірлеріңізді, таңғы тілектеріңізді тыңдау біз үшін үлкен мотивация. Сондықтан да хабарласыңыздар 54-39-04 біздің байланыс нөміріміз. Ал келесі кезекте танымдық жаттығу жасап болсақ, енді бұлшық еттерімізді оятып таңғы жаттығуға кезек берейік. Перед завтраком разомнитесь около, как мы сказали, 10-15 минут, а рубрика 3-4 в этом вам поможет, поэтому внимание на экран, скоро увидимся после этой рубрики. Друзья, всем доброе утро! Надеюсь, что вы уже проснулись и заряжаетесь положительной энергией вместе с нами. Ну а мы в гостях у Байра Аслана и готовы делать утреннюю зарядку. Будет утренняя сегодня? Утренняя зарядка, да, сегодня будет утренняя зарядка. Дорогие телезрители, спасибо вам, что были с нами на утренней зарядке. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И всем всего самого наилучшего. Құрметті телекөрмен, сіздермен қайта қауышып отырмыз. Тобыл таңы бағдарламасы тікелей эфирде жұмыс жасауда 54-39-04 біздің байланыс нөміріміз. Қостанайда жалпы солтүстік өңірде қар еріп, сәуірде күн жылып, қара жер шықты. Ендігі кезекте көгалдандыру жұмыстары басталады. Көктем келісімен жалпы сыртты дачалардағы автобустарды жүре бастады. Өздерінің саяжайлары бар адамдар қазіргі жеміс-жидектерді егуге кірісіп кеткен шығар. Дәл осы кезде нағыз уақыты, осы жеміс-жидектерді егу уақыты, оларды күтіп баптау, ерекше өсіру кейбір адамдардың, көп адамдардың хоббиі болып жатады. Олардың бір өзі жеке әдісі де бар. Сондай бір әдістеріңіз бар болса, бізге де айта отырыңыздар. Біздің көрермендеріміз сіздердің өздеріңіздің жеке
құпияларыңызды біле отырсын, мүмкін бір жеке тәсілі бар шығар, сондықтан да құрмет телекөрмен хабарласыңыздар. Всем казахстанцам, кто только что проснулся, еще раз говорим, доброе утро. Только что вам в рубрике 3-4 мастер спорта международного класса по кикбоксингу Аслан Байер показал, как правильно разминаться. Надеюсь, она, эта рубрика для вас была полезной, и вы ее будете повторять каждое утро. А мы продолжаем наш эфир. Только что сказала Балуаса, что как наступила весна, многое что изменяется, многое что оживляется, как и люди, так и природа. И мы заметили, как с приходом весны мы входим, гуляем по парку и видим, что мы видим очень много, скажем, парочек, да, молодых людей, которые сидят в парке на лавочках, о чем-то беседуют. И у тебя какое-то ощущение, когда вот проходишь мимо них и думаешь... Скажи, пожалуйста. Көктем жалпы, сенің айтың келгені, көктем мезгілі, күн жылысы мен, бір махаббат сезіммен байланысты деген келіп тұрбай. Хотел сказать, почему именно весна? Почему нет таких ощущений осенью или... Почему-то осенью, наоборот, у всех... Көктемде қыздар да құлпырады, жалпы көңілкейлер де көтерінкі болады. Менің ойымша, бұл күннің жылуы мен күн жылыған кезде адамдардың көңілкейлері де көтерілетеді, серуендегісі келеді, қыстың қақаған аязында үйде отырып шаршаған адамдар сыртқа шыққысы келеді, сыртқа шығып серуендеп жүрген адамдарды көп көреміз, е, осы кезде. Қазір карантин де жеңілдетілді, қуанышымызға орай. Сондай бір серуендеп жүрген адамдарды көргенде менің көңілім, өзімнің де көңілім көтеріліп қалады, ішім жылып қалады, шынымды айтсам. А как ты относишься к тому, чтобы в какое время года проводить лучше свадьбы? Некоторые проводят зимой, кому, наверное, не хватает места на лето. Но зимой, мне кажется, тоже по-своему прекрасно провести свадьбу. Я кста әдемі фотосессия жасауға болады. Ал жаз мезгілін көптеп күтіп жүрген адамдар үшін менің ойымша қазір керемет мүмкіндік сияқты. Я осы жазда карантин жеңілдетілсе, көп адамдар үшін осы той думан өткізетін уақыт сияқты. Жалпы той уақыт алғанбайтын сияқты. Қыс болсын, мейлі жаңбыр жауып жатқан күз болсын, көктем болсын, менің ойымша той жасайым деген қазақты ешқандай ауа райы тоқтатпайтын сияқты. Тем более для казахского народа вообще по боку. Какое время года на улице, они запланированную свадьбу сделают в любое время года, летом, зимой, весной, осенью. Кстати, сейчас, если не было бы пандемии, мне кажется, я уверен, что свадьб было намного больше у нас в городе. Потому что можно так посчитать, что город Костанай не такой большой, всего 250 тысяч населения, но каждый день кто-то женится. Думаешь, откуда эти молодые парочки берутся? Бұл бірақта жақсы жаңалық емес пе? Отбасылар көбейе берсін, Қазақстанның жалпы саны арта берсін деген тілегіміз бар. Және де осындай көңіл-күймен біз көрермендерімізге тағы бір әсем ән арнасақ. Қалай қарайсың? Да, давайте на этой позитивной ноте дадим очередь музыкальной композиции, после чего сразу же будем вас знакомить с нашими первыми гостями. Это тренера, мы только что говорили о зимних видах спорта. Подведем итоги, поговорим о зимних видах спорта, и вы тоже можете к нам присоединиться, звонить по номеру 543904, подключиться, так сказать, в наш диалог, задавать все ваши интересующие вопросы. А давайте сейчас прервемся, после чего сразу же продолжим. Ашып аспан болдың, сенің күміс күлгін есімді алғын.
жүрсің-ай. Хай күлсің-ай, хай нұрсың-ай. Шолақ байырты қайда жүрсің-ай. Қошағыңды ай қарашып, қол құрасың, жай қаласың. Оны қалай байқамасын менің жанарым. Ай күлсің-ай, хай нұрсың-ай. Жолақ байырды қайда жүрсің-ай. Ай күлсің-ай, қау нұрсың-ай. Жолақ байырды қайда жүрсің-ай. Жолақ байырды қайда жүрсің-ай. Ардақты ағайын, егерде жаңа ғана қосылып жатқан болсаңыздар, қайырлы таң тілейміз, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Барлық ойлаған жоспарларыңыз бүгін міндетті түрде орындалсын. Да, еще раз доброе утро. Как мы обещали, сегодня у нас в студии в гостях в нашей программе Завьялов Николай Иванович, старший тренер отделения лыжных гонок ДЮСШ номер 3. Также Илья Рашитович Афанасьев, тренер отделения шорт-трека ДЮСШ номер 3. Прежде чем начать нашу беседу, есть второй звонок. Давайте примем. Доброе утро. Кайрлы таң. Доброе утро, Аман Балауса. Ага, доброе утро, Казахстан. Вас приветствует Качар. Да, мы рады. Костина Мария Васильевна. Давно вас не слышали, Мария Васильевна. Давно нет. Да вот что-то. Ничего. Выровняемся, все будет нормально. Ага. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Ну вот самое главное, да. Когда у вас все хорошо, и у нас будет все хорошо. Вот. Так что, вот смотрю, вот тоже березка у нас вот под окном. И вот я писала так для про березы. По весне. Могу прочитать? Угу. Давайте вместе послушаем. Давайте. Когда я смотрю на родные березы, когда я слышу, как они шумят, глаза невольно застилают слезы, а руки так погладить их хотят. Во многих странах я бывала, березовые рощи повсюду там. И почему-то сразу понимала, что никогда их так любить не буду. Они без всякого сомнения, стройные, ухаженные, красивые. Но у меня такое ощущение, что нет красивее наших берез. Их кроны по весне так хороши, когда на солнце серебром играют. И сок, как слезы, льется из души, как будто в памяти кого-то вспоминают. Мне кажется, что есть у них душа, что тоже они любят, иногда страдают. И на ветру от холода шурша о чем-то неизвестном мечтают. И мне словами трудно передать, как дороги родные мне березы. Когда о них я думаю и вспоминаю, глаза невольно застилают слезы. Огромное спасибо, спасибо, Мария Васильевна, за такое хорошее произведение. Все-таки наши телезрители услышали нашу тему, наш разговор о весне, о которой мы только что говорили. Еще раз вам спасибо. Вам спасибо. И завтра с праздником вас. Ага. Я позвоню. Ага, спасибо вам большое. И радуйте всегда нас своим звонком. Да, завтрашним праздником много... Да, сейчас оказалась загадка для наших телезрителей. Дело да, в том, что завтра 7 лет нашей программе, поэтому вот так вот время быстро летит. И наши телезрители об этом помнят, конечно же, это тоже очень хорошо и прекрасно. Ну, давайте начнем, да, уже нашу беседу. Мы только что познакомились с нашими тренерами. Зима позади. Хочется спросить об итогах, как прошел сезон, несмотря на нынешнюю пандемию. Сезон как бы был сложноватый. У нас прошло всего 4 старта запланированных. И из-за пандемии много стартов было сорвано. Получается, прошли соревнования республиканского уровня. Это 4 старта среди младших возрастов и новичков в городе Усть-Каменогорск. Потом был пройден старт также республиканский среди старших и средних возрастов. Взрослый чемпионат среди мужчин и женщин.
И также была проведена 10-я зимняя гимназиада среди школьников. На этих соревнованиях 4 было завоевано отделением шорт-трека 55 медалей. Из них получается у нас 26 золотых, 19 серебряных и 10 бронзовых. Как бы сезон, можно сказать, пройден хорошо в сложившейся ситуации пандемии. И за сезон хотелось бы отметить таких спортсменов, таких как Амиргалиева Алия. Она завоевала первое место на взрослом чемпионате Республики Казахстан. Золото 3000 метров. Также в эстафете 3000 метров в женской команде. Также выделить Волковицкую Алену, Ташманову Асель и Бахитгериев Кадиша также заняли первое место в эстафете женской 3000 метров на взрослом чемпионате Республики Казахстан. Также отметить Симакову Софию, которая заняла первое место по сумме многоборья по 3 дням по возрастам в городе Усть-Каменогорск. Ким Владислав также первое место по сумме многоборья. И также Астраханцева Алина, первое место по сумме многоборья. Мы напомним, что Илья Рашидович у нас тренер по шорт-треку. Только что вот вы сказали о всех результатах. Недавно, если я не ошибаюсь, в марте или феврале были соревнования в столице Казахстана, да? Где... Там у нас, да, 2 старта было. Это 10-я гимназиада среди школьников, получается, где общекомандные среди всех видов спорта мы заняли первое место. Также девушки заняли общекомандное по шорт-треку именно первое место, и юноши общекомандное заняли 4 место. Также в это же время проходил взрослый чемпионат Республики Казахстан, где вот выделилась вышеупомянутая Амиргалиева Алия, первое место, и женская команда, первое место, золото. Два золота взято. Как мы видим, очень развита именно дисциплина эстафеты, да, в эстафете? Да. Очень развита именно женская эстафета, как бы мы уже на протяжении многих лет как бы берем золото, стараемся как бы держать вышепоставленную марку. Действительно отрадно, да, то, что наши местные спортсменки очень заинтересованы именно этим видом спорта. Да. А, Николай Иванович, хочется вас послушать, как прошел сезон у вас в лыжном спорте? Ну, у нас получается, помимо того, что была пандемия, но что тренироваться было нельзя. Плюс в этом году у нас строилась лыжная база, и мы столкнулись совсем еще с большими сложностями, трудностями, где готовиться, где подготавливать спортсменов. Даже начиная от того, что где мы изначально переодеваться. Но так как потом все договоренности произошли, то что с руководством, там, с другими, нам пошло навстречу, и огромное спасибо. Школа-интернат глухонемых, это которая тоже находится в КЖБ. Я, может, неправильно назвал там именно, как она правильно называется, но нам пошел руководитель навстречу, он нам выделил помещение, где мы переодевались, то, что и как бы в этом году, так же, как и, наверное, в других всех видах спорта, у нас в Казахстане прошли только самые основные соревнования. Это Кубки Казахстана, чемпионаты Казахстана. И у детей прошел чемпионат Казахстана, тоже среди юношей и девушек в Павлодаре. Везде команда Кустанайской области выступала достойно. На чемпионате Казахстана мы заняли общекомандное в этом году 2 место, которое мы не занимали, ну, наверное, на протяжении долгих лет. Не скажу, что, допустим, наверное, просто все стечение обстоятельств, может, как говорится, трудности выращивают наоборот больше, сложности, вернее, выращивают больше и лучший результат. А так у нас в этом году по запланированному, как было на всех соревнованиях, в которых мы выступали, были отборочные соревнования. Также у нас прошли мировые соревнования. Это взрослый чемпионат мира, в котором у нас принял участие Пухкало Виталий. И юниорский чемпионат мира, где нашу область представляла Кинебаева Лаура. И все на этом. А за пределом Казахстана, вы говорили, участвовали наши тоже спортсмены. В какой стране, в каком городе? Так. Блин. Вылетело сейчас, так не скажу. Ну, а как выступили вы, спортсмены? Выступили они
достаточно. Кинебаева Лаура выступила неплохо в своем возрасте, ну вот на юниорском чемпионате мира. Виталий Пухкало, ну, конечно, хотели бы выступить лучше, на это были все ожидания по прошлому сезону. Но так как в этом году сезон получился очень тяжелый, и, допустим, если для юношей и девушек, может, и хватило подготовки, которую мы проводили непосредственно у нас дома, то для такого уровня спортсмена, как Виталий Пухкало, этого не хватило. Раз мы говорим об итогах, скажите, сравнительно с прошлыми годами, все же, как же обстоят дела с успехами? Ну, успехи, если сравнивать с прошлыми годами, когда была подготовка полноценная, конечно, выступили похуже, потому что у нас мужская сборная эстафетная не оказалась в призах, как бы, и другие возраста тоже могли быть выше в рейтинге, но стали ниже, потому как подготовка была неполноценна, много было подготовки онлайн у нас, планы скидывались спортсменам, как бы дистанционно, мне приходилось работать как бы индивидуально, большими группами нельзя было, как бы все это сказывалось. Как бы, ну, в принципе, из того, что мы имеем, считаю, что достойно, хорошо. Да, дорогие друзья, по-моему, самое время, да, позавтракать. Рубрика «Вкусно» специально для вас, которую подготовили наши коллеги. Внимание на экран. Я біздің артистеріміз дайындаған таңғы ас айдарына кезек берейік. Сол тілден соң қайта оралатын боламыз. Арна қосулы болсын. Канал «Кустанай», программа «Топ Болтаны». Наш эфир продолжается. Вместе с вами рубрика «Вкусно» с Маргаритой Ивановой. Мы находимся в нашем любимом ресторане «Friends and Family» и в ближайшие несколько минут поделимся очередным рецептом. Ну а вы оставайтесь вместе с нами. Друзья, мы начинаем. Адиль, чем сегодня мы пополним нашу видеоколлекцию рецептов? Сегодня мы пополним вкусным напитком, прохладным, я бы даже сказал. Это у нас будет фраппучино. Что нам понадобится? Для этого нам понадобятся взбитые сливки для украшения, лед, если у кого есть по возможности. Мы будем делать на основе молотого кофе, то есть растворимый кофе. Далее молоко. И добавим туда шоколад. Все, хорошо, начинаем. Давайте начнем. Ну что, начинается наш первый этап. Первый этап, давайте начнем с кофе. Растворим кофе. Нам нужно будет примерно 50 мл кофе. Хорошо, приступаем. Давайте начнем. Так. Грамм 30 кофе. Водичка, да? Угу, кипяточком. И тщательно перемешиваем. Чтобы наши крупинки все растворились. Так. Наша основа готова. Теперь у нас будет все связано с нашим любимым блендером. Наш верный друг и помощник. Давайте добавим наше кофе. Отправили. Угу. Будем добавлять лед. Так. Осторожно. Думаю, кусочка 3 будет достаточно. Отлично. Далее. Далее у нас идет молоко. По жирности оно может быть любым? Ну, я предпочитаю 3,2. 3,2 у нас. Хорошо. Добавляем молочка. Так. Около 150 миллилитров. Хорошо. Далее у нас идет шоколад. Шоколад может быть любой, какой абсолютно вам нравится. Если есть какие-то добавки, это ничего страшного? Нет, конечно, это ваш фраппучино. Так. Теперь нам нужно поместить это все основу блендера и перемешать. Давайте приступать. Финальный этап. Нужно будет все у нас перелить красивенько. И
могли попробовать? Да, конечно. Сейчас мы украсим это все сливками. Так. Ну, вы обязательно сделаете такую же красоту у себя дома. Приятного аппетита! Тез әрі дайындалатын таңғы астарды біздің Айдармен бірге дайындауды әдеткен алдырыңыздар. Себебі ол жерде өте қызықты, ерекше рецепттермен бөлісіп жатады. Ал егерде дәл қазір сіздер таңғы ас ішіп отырған болсаңыздар, ас болсын дейміз. Еще раз, да, доброе утро. Кто-то, что приступает к завтраку, говорим всем приятного аппетита. А мы продолжаем наш диалог. Скажите, сейчас вот времена не самые легкие в связи с пандемией, но, тем не менее, как мы видим, выбрали спортсмены из этой ситуации очень даже хорошо, поучаствовали в соревнованиях. А вы сами в этом спорте, в шорт-треке, как давно уже работаете в качестве тренера и в качестве спортсмена? Тренером работаю с 2010 года, получается уже 11 лет. Как бы. А сам как бы я занимался другим видом спорта, как сложилась жизнь. И как бы понравился этот вид спорта, предложили, получилось работать здесь. Шорт-трек, мы знаем, что только в 90-х годах появился в программе Олимпийских игр. Да. И с тех пор наша казахстанская сборная довольно-таки неплохо, да, выступает. Да, хорошо, отлично выступает, как бы. Ну, конечно, могут и лучше, но много складывается ситуаций, которые не позволяют. Это и финансовые, и другие трудности. А вот лыжные гонки, мы знаем, что именно вот в Кустанайской области, вообще в северном регионе развит этот вид спорта. Если взять Павлодарскую область, Акмолинскую и Кустанайскую, да? Вот самые главные конкуренты Кустанайской области – это кто? У нас, получается, самые такие, сказать, две области, это которые, ну так, вне конкуренции, это Восточно-Казахстанская область и Акмолинская область. Так как у них располагает и природный рельеф, и снежный покров, ну и непосредственно места и базы для проведения тренировок в этих областях. Есть что одно из самых важных – это школы-интернаты, непосредственно где дети учатся и тренируются. Спортивные школы? Да. У нас пока в Кустанае нет? У нас пока этого нету, но я думаю, что когда-то да, появится. А многие вот говорят, что лыжный спорт и лыжные гонки – это немного разные вещи. Лыжный спорт – это охватывает там, где есть лыжи, а лыжные гонки – это непосредственно наш вид спорта. А то есть лыжный спорт, а что туда может входить? Это прыжки? Лыжное двоеборье – это прыжок с трамплина и бег на лыжах. И затем туда входит слалом и скоростной спуск на лыжах. Это вот лыжный спорт. А вот в лыжных гонках среди наших кустанайских спортсменов, если взять прошлое время, и какие спортсмены самые, которые... Ну, это, конечно, наш самый один из известных, это вообще во всем Казахстане, за Казахскую ССР, это Иван Иванович Гаранин, бронзовый призер Олимпийских игр. А так у нас именно непосредственно наши школы, воспитанники, это, конечно, Кондрашев Андрей, призер Универсиады Азиатских игр. Осипов Александр, призер Универсиады. Ткаченко Никита, призер чемпионата мира среди молодежи. Ну, так, чтобы не обидеть никого, у нас очень большая такая традиция. И ну, непосредственно прям хорошие спортсмены, которые достигали на мировых первенствах и завоевывали медали. Как спортсмены зимних видов спорта тренируются летом, чтобы продолжать форму, держать себя в форме? Ну, как бы у нас летом проходит общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка. Начинаем мы как бы подготовку это с восстановления в горах, проходим в Алмате. Потом летний период у нас начинается ну, много километража вело, силовые подготовка, специальная легкоатлетическая подготовка на стадионе проходит, много прыжковой работы, разные. У вас, наверное, тоже своя схема есть, да? Да, но она, в принципе, похожа, наверное, как у всех зимних видов спорта. У нас также, когда заканчивается лыжный сезон, у нас идет небольшой
период восстановления. Затем у нас начинается с мая уже такой более серьезный подход к тренировкам. Там уже начинаются двухразовые тренировки, подключаются лыжи, роллеры. И июнь, июль, август, сентябрь – это самые месяца, где спортсмен непосредственно вот прям именно тренируется. А в зимнее время года там мы только уже чисто соревнуемся больше. Ага. Спортсмены, которые находятся, числятся в сборной, это уже, как можно сказать, их работа, и они должны всегда быть находиться, да, на базе? Ну да, непосредственно. Ну, просто вот человек, который уже занимается профессионально, так скажем, уровень даже уже кандидата мастера спорта, это человек, который даже не выигрывает еще чемпионат Казахстана, даже по своему возрасту. Это непосредственно у него идет ежедневный распорядок дня. Зарядка, первая тренировка, учеба и вечером вторая тренировка. Ну, что привлекает именно шорт-трек, лыжные гонки? Можно ли спортсменам, которые уже занимаются долго, профессионально, на этом зарабатывать как профессиональный спортсмен? Ну, зарабатывать, я думаю, наверное, везде можно, но у нас, получается, спортсмены, которые завоевали на республиканских соревнованиях, на официальных чемпионатах, призовые места они получают, я не скажу, не знаю, как, ну, от управления получают стипендию. Угу. А другие спортсмены, которые, допустим, ну, сейчас все равно как-то на всех соревнованиях, также официальных федерации, по крайней мере, у нас в лыжах, стали давать призовые. Поэтому я думаю, ну, тот, кто выступает на уровне призовых мест, ну, я не скажу, что сильно зарабатывает, но что-то получает. Сейчас какие ближайшие планы на ближайшее время? Самые основные, которые бы хотели вот реализовать? Ну, хотелось бы, чтобы не было пандемии, и как бы провести полноценную подготовку, чтобы ничто не мешало, и начать хорошо сезон. Когда начинается сезон у шорт-трека? Ну, в шорт-треке подготовка-то у нас начинается вот в мае, а именно соревновательный сезон начинается в сентябре, первый старт. Значит, в середине сентября уже первый старт, как бы, к этому мы и ведемся. В лыжных гонках чуть попозже, наверное. В лыжных гонках также у нас первый официальный старт, это в августе, это чемпионат среди юношей и девушек, летний проходит чемпионат, в сентябре это взрослый чемпионат у нас проходит. А так у нас следующий год, это очень серьезный год, он, во-первых, олимпийский. В Пекине, да, сейчас? Да, поэтому то, что надо к этому, ну, к Олимпиаде подготовиться, и сейчас достаточно очень тяжелое, так скажем, время, что из-за того, что пропустили мы очень много международных соревнований, это я имею в виду нас, это сборная Республики Казахстан. Но так как туда входит один наш воспитанник, и он является лидером сейчас сборной Казахстана, ему вот надо набрать как раз вот именно все эти международные очки, те, которые он в том году не набрал. Чтобы попасть на Олимпийские игры. Чтобы попасть и завоевать лицензию на Олимпийские игры. То есть все предпосылки к этому, да, есть? А которые непосредственно у нас планы, это на начало декабря этого года у нас в области пройдут сельские игры. Республиканского масштаба, это там принимает, насколько я помню, 5 видов спорта. Это коньки, лыжи, лыжное ориентирование, хоккей с шайбой и зимнее президентское многоборье. И у нас на лыжной базе, на нашей новой лыжной базе, мы будем проводить первый раз, ну, такого масштаба соревнования. А у шорт-трекистов какие кандидаты, кто-то есть, кто мог выбраться, получить лицензию на Олимпийские игры? В Кустанайской области, ну, думаю, да, это девушки у нас получается. У нас сейчас сильный костяк именно девушек, которые находятся в национальной сборной, тренируются. Как бы надеемся, что да. Как бы у нас есть там 3 девушки, которые сейчас бегают за сборную Республики Казахстан. Они сейчас выехали на УТС в Турцию, как бы подготовку идут. И также у нас за этот сезон было делегировано 34 спортсмена в сборную Республики Казахстан, это по всем возрастам получается. 17 это у нас мужчин и юношей, и 17 девушек и женщин получается. 34 спортсмена в сборную Республики. А со скольки лет можно заниматься шорт-треком? Ну, сейчас у нас возраст понизили, как бы, то что
Мы хотели, чтобы брать детей младше, но мы их не могли. Сейчас мы можем 6 лет брать как бы спортсменов. Раньше было 9-11 лет, сейчас 6 лет, как бы, потому что подготовиться первый чемпионат Республики Астан среди новичков, он проходит уже 8 лет, как бы 8-9 лет. И чтобы их подготовить, как раз нужны эти 2-3 года, чтобы они могли выехать на республиканские соревнования и достойно выступить. То есть, может, омолодился, да, спорт? Да, как бы в нашу пользу, как бы мы этого и хотели. Да, и сейчас в заключение беседы у вас есть возможность передать привет, пожелать утренние пожелания нашим телезрителям. Давайте начнем с вас, Илья Аршитович. Хотел бы всем передать побольше людям улыбок, позитива, чтобы занимались неважно каким видом спорта, занимались физкультурой, были здоровыми, счастливыми. Ну, хотелось бы, наверное, пожелать телезрителям доброго утра, хорошего дня. Ну и, как Илья Рашидович сказал, любите спорт и занимайтесь спортом. Ну да, и вам хочется пожелать удачи, чтобы ваши и наши спортсмены возвращались всегда с медалями. Спасибо, спасибо большое. Я везде курмендермуске конахтармзга алгысымызды билдире отура бағдарламамызды арғарай жалғастырамыз. Құрметті телекөрермен, студиямыздың бірер минуттан кейін жаңа меймандар келіп қосылатын болады. Сұхбатымызды міндетті түрде өткізіп алмаңыздар, бізге хабарласыңыздар. 543904 біздің байланыс нөміріміз. Және де біз Аман екеуміз WhatsApp желісінде қосылуымыз. Хабарламаларыңызды сол жерде қалдырсаңыздар болады. А через пару минут мы вернемся, продолжим, не переключайтесь. Отан, ана, бағы түлкесе. Отан, ана, биігің желе.
Құрметті телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз және де хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланысқа шығатын болсақ. Алло, қайырлы таң. Есть еще один звонок. Давайте примем. Доброе утро, вы в прямом эфире. Алло, тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Да, видимо, по техническим причинам. Үзіліп кеткен сияқты. Олай болса, міндетті түрде қайтып хабарласыңыз. 54-39-04 біздің байланыс нөміріміз. Және де музыкалық үзіліс барысында біздің студиямыздың жаңа меймандары келіп қосылды. Нұрбек Әбдібеков және Аружан Сәрсенбаева, Саналы ұрпақ 2050 қоғамдық қоры жобасының жетекшісі және менеджері бізге қонаққа келіп отыр. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мұрпы жауыз. Аха, көңіл келеріңіз қалай? Жақсы, тамаша. Керемет. Сіздердің бізге бүгін бір жақсы жаңалықтарыңызбен келгендеріңізді сезіп отырмын. Жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісе кетсеңіз, біздің тағырыбымыз, көрермендерімізге де айта кетейік, тәуелсіздіктің 30 жылдығы, иә? Иә, әрине, биыл үлкен бір 30 жылдығы мерейтойымыз, яғни тәуелсіздікке 30 жыл. Сол арада біз ішкі саясат басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы бойынша тәуелсіздік тұлғалары деген жобаны бастауға отырмыз. Жалпы жоба үлкен, тәуелсіздік тағылымы деп аталады. Және де биыл 4-ші маусымда біз мемлекеттік рәміздер күніне жылда патриоттар форумын ұйымдастыратын боламыз. Биыл ол 30 жылдық орай болып келеді. Және де дәл қазір 10-ші мамырға дейін біздің өтініштерді қабылдап отырмыз. Сол барлық Қостанай облысының ең мықты-мықты деген адамдарын және ұжымдарын осы патриоттар форумына қатысуға шақырамыз. Өзіміздің әділ қазыларымыз бар. Сол 13 мамырға дейін біз өтініштерді күтіп отырмыз. Ең басты мақсаты әрине еліміздің, облысымыздың 10 номинациясы бойынша бұл спорт та, білім де, ғылым да, мәдениет те, әртүрлі тақырыптары бойынша ең үздікті көрсету, тану және де оны қошеметтеу. Қатысушыларға қойылатын талап қандай сонда? Қатысушыларға қойылатын талап ең бастысы бұл жетістіктері, яғни мысалы әлеуметтік салада болсын, немесе түрлі салалар, бұл жерде бізде номинациялар бойынша айтатын болсақ, бұл спорт, білім, ғылым, мәдениет әрине де, жастар саясаты, сосын мысалы бір төтенше жағдайда ерлік жасаған адамдар және тағы соған сәйкес біздің Саналы ұрпақ деген инстаграм парақшамызда егер сілтемеге кірсеңіз, ол жерде 10 нақты номинация бар. Яғни әртүрлі сала бойынша әр адам өзінің кандидатурасын бере алады. Жас ерекшелігі не болмаса жаңағы шектеу бар ма бір? Жоқ, шектеулер жоқ. Кез келген адам өзі немесе мемлекеттік органнан, немесе мемлекеттік емес органнан, яғни кез келген ұйымнан өз өтінішін беріледі, немесе өзі тұлға ретінде өз өтінішін бере алады. Ол барлық өтініштерді біз жинап 13 мамырдан кейін әділ қазылармен өзіміздің комиссиямызбен отырып мамырдың аяғына дейін шешіп, 4-ші маусымда салтанатты мерекеде біздің әкім, облысымыздың әкімі осы форум патриоттарын марапаттайды. Если не секрет, главным инициатором кто был этот? Он уже традиционный, это управление по внутренней политике Акимат Костанайской области. Он проводится ежегодно, в этом году он знаменателен тем, что это уже 30-летие независимости, и здесь уже есть что показать. И, конечно же, мы и в прошлом году проводили это мероприятие, и в позапрошлом году проводилось, но в этом году мы думаем, что это будет именно таким вот самым знаковым, самым масштабным, потому что все-таки 30 лет независимости, и это будет достижение всего общества, всего народа за 30 лет независимости. Поэтому вот такая подготовка масштабная идет. Бұған дейін де өткізілді деп жатырсыздар, е? Бұл шараның өткізбес бұрын өткен жылдары қалай өткен еді?
Мысалы, былтыр әрине пандемияға байланысты үлкен бір салтанатты жиын болған жоқ. Себебі 2019 жылда өткізген кезде шамамен 400-500 дей адамы қатысты, салтанатты түрде барлық 10 адамды марапаттадық. Былтыр ол марапаттау әрине болды, бірақ та көрермендерсіз оны біз әлеуметтік желілерде видео арқылы көрсеткен болатынбыз. Және де биыл енді маусымда көреміз, қалай жасайтынымыз. Әрине, біріншіден, егер де мүмкіндік болмаса, бұлдырғыдай өткіземіз, а мүмкіндік болса, әрине, біз барлық көрермендермен 200-300-400 адам жинап. Себебі бұл жерде ең бастысы сол кісілердің, сол патриоттардың жалпы идеяларын, олардың үлгілерін басқа халыққа көрсету және таныту. Сол ең басты мақсатымыз. Кто уполномочен отбирать, выбирать кандидатов? Кому вручать награду? У нас есть комиссия, в состав комиссии входит в основном из 9 человек, там практически 80% это неправительственный сектор, это ветераны госслужбы, это ветераны и культурные деятели Кустанайской области, это действующие неправительственные организации, то есть это в основном общественники. То есть госорган здесь организует, а мы как неправительственный сектор организуем, помогаем их и приглашаем действующих общественников, чтобы они определяли. Поэтому здесь будет все честно, все по заслугам, будут по заявкам рассматривать все, всех кандидатур. Поэтому будем отбирать тщательно и награждать. В прошлом году, допустим, у нас в номинации «Подвиг» был награжден Амантай Байжанов. То есть он в прошлом году совершил подвиг, спас людей из пожара. В этом году он еще раз отличился. И вот у нас в рамках проекта «Тәуелсіздік ағылымы» есть «Тәуелсіздік құрдастары». Он является тоже ровесником независимости. Мы снимаем серию роликов, видеороликов и тиражируем их в социальных сетях, на YouTube-канале и так далее. То есть мы уже отсняли Амантая Байжанова, раскрыли его в качестве личности, показали его с разных сторон, его, о его мечтах, о его в целом позывах, почему он каждый год отличается такими подвигами на всю республику. Поэтому вот такие подвиги нам нужны, и мы будем как раз-таки смотреть. Поэтому если у кого-то есть знакомые, которые достойны этого звания в этом году, пожалуйста, можно как самим отправлять заявки, можно от организации отправлять, либо же за кого-то отправлять эту заявку. Нам важно, чтобы мы увидели и показали большему количеству народу о том, то, что есть такие среди нас граждане с активной гражданской позицией и патриоты Казахстана. Хотели спросить, яғни бір азамат бірнеше жыл қатарынан қатыса алады, иә? Әрине, қатысуға болады. Егер де өтініш болса, және де біздің комиссиямыз шешсе, әрине, біз марапаттауға дайынбыз. Себебі, мысалы, былтыр енді Амантай Байжановты да бізде басқа да бір ұйымдар марапаттады, сондықтан да біз ол тұрғында айта алмаймыз. Біздің регламентіміз бойынша екі ретте, үш ретте болуға болады. Не себептен? Себебі бізге ең бастысы сол жасаған оның ерлігі, немесе ғылымда болсын, мәдениетте болған жетістіктері. Оны был бы за что, да, да, награждать. В каждый год количество номинаций растет или одинаково? Нет, оно растет, потому что совсем недавно, в 2019-м, их было порядка 6, и потом уже в 2020 году расширили, потому что все-таки есть уже сферы, которые нужно охватывать, поэтому я думаю, это вот в этом году 10, может быть, в следующем году еще будет больше. Яғни Шалғай ауылдағы аудандардағы барлық Қостанай облысының тұрғындары қатысады? Әрине, әрине. Бұл жерде тек қана қала тұрғындары емес, жалпы облыс тұрғындары. Ең бастысы өтініш беру. Өтініш беруге бір екі аптадай қалды, сондықтан 10 мамырға дейін барлық өтініштерді қабылдауға дайынбыз. А как если не подать заявку, но комиссия знает об этом человеке? То есть она может и без заявки, да, его наградить? Ну, мы можем инициировать, чтобы они все-таки подали заявку, потому что основанием для рассмотрения комиссии это будет заявка.
Көптеген адамдар өздерінің жасаған ерліктерін айтуға ұялып жатады, көрсетуге жаңағы қысылып жатады, керек емес, қажет емес деген сияқты. Сондай жандарды жақындары, туыстары берулеріне болады. Аружан ханым, айта кетіңізші, тағы да бір мәрте қайталай кетіңізші, біздің көрермендерімізге жаңағы рәсімделу үшін не істеу керек қатысушы? Для того, чтобы подать заявку, нужно зайти на наш инстаграм sanalourpak2050. Там в описании профиля есть ссылка. Если вы пройдете по этой ссылке, там есть положение. Соответственно, в положении есть приложение с формой подачи заявки. Для того, чтобы подать заявку, нужно подать биографию, ходатайство и форму заявки, которая прикреплена к нашему положению. Положение на двух языках, поэтому, я думаю, там все доступно. В случае, если что-то непонятно, в любой момент можно написать в директ, в личные сообщения, и наши менеджеры помогут всем, чем смогут. Керемет. Жалпы, бұл жобаның уақыты енді шектеулі деп жатсыздар. Жаңағы екі апта уақыты ғана қалды. Біздің көрермендеріміздің де құлағына алтын сырға екі апта уақыттарыңыз бар. Керемет жобаға қатысып, өздеріңіздің жасаған ерліктеріңізді, еңбектеріңізді осындай бір жемісін көруге болады деп айтуға болады. Тәуелсіздіктің жаңағы құрдастары деп жатсыздар. Құрдастарын да көп шығар бізде. Олар қалай ерекшеленеді? Биыл біз енді 10 видеоролик түсірейін деп жатырмыз тәуелсіздік құрдастары бойынша. Бұл жерде біз бірінші адамды Амантай Байжановты түсіріп алдық, ол полиция қызметкері ретінде. Келесі дайындалып жатқан біздің бейнероликіміз ол медицина саласында. Қазір ол кісіні біз түсіріп жатырмыз, және де ұйымдастырушы жоқ сұрақтарды шешіп жатырмыз. Сол шешкеннен кейін қазірде бастап сол видеороликтерді барлықтарына көрсетуге тырысамыз. Және де тәуелсіздік біздің объектілеріміз бар. Жалпы 30 жылда салынған, 30 жылда пайда болған ең мықты-мықты деген үлкен алып мекемелер, немесе де тағы да бір объектілер, яғни барлық тек қана облысқа емес, республикаға пайдасын тигізіп жатқан үлкен бір мекемелерді көрсетейін деп жатырмыз. Бұл жерде тек қана жарнама ретінде емес, еліміз көріп, осындай-осындай жетістіктер бар екен, осындай-осындай біздің ұйымдарымыз, мекемелеріміз экспортқа шығарып жатыр, және де жалпы ішкі өнімге үлесін қосып жатқанын көрсету. Және де дәл солай 10 объекті түсірейін деп жатырмыз. Қазір біз бір объекті түсіріп болдық, екінші объектті аяқтап жатырмыз. Және де қазір үшінші объект. Бұл жерде тек қана объектілер емес. Мысалы, жақында түсірейін деп жатқан біздің ең алғашқы шекараларымыздың, бекітілген шекараларымыздың бірі ол Қайрақ шекарасылық несі Қарабалық ауданында. Жақын арада сол жерге барып, сол объект түрі. Себебі ең бастысы бізде шекарамызды көрсету, бекітілген республика. Қамыз бекітілген болғаннан кейін сол бір жетістікті көрсету керек. Көптен көп рахмет. Сұхбатымызды бірер минуттан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Дәл қазір біздің әріптестеріміз дайындаған кезекті айдарға назар аударайық. После небольшой паузы мы обязательно вернемся и продолжим. Сағыз қалай пайда болды? Дәл осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Ежелгі гректер Түркия мен Грекияда өсетін мастика ағашының смаласын шайнаған және өздері ойлап тапқан сағызға мастика деген атау берген. Олар ойлап тапқан сағыз өздері ойлағандай тісті тазартуға және демді сергітуге пайдасын тигізді. Мастика ағашының резеңкесі қиыр шығыс пен Грекияда әлі күнге дейін қолданылады. Үндістер ағаштардың қатқан шырындарын шайнаған. Бірінші коммерциялық сағызы 1848 жылы 23 қыркүйекте Джон Куртис пен Мэн штатындағы інісі өндірді. Өндіріс бара-бара дами бастады және жақында штатта сағыз өндіретін өнеркәсіптерде 200-дей жұмысшы болды. Бірақ бұл сағыздар құрамындағы смаладан оңайшылықпен кетпейтін қоспалардың кесірінен өз танымалдығын жоғалтты. 1869 жылы 28 желтоқсанда Огайо штатында Уильям Финли Сэмпл ең алғаш болып сағызға патент алды. Бірақ Сэмпл ешқашан сағызды сату үшін жасамаған. Сағыз тарихындағы келесі өзгеріс 1869 жылы болды. Отанынан қуылған Мексиканың бұрынғы президенті әр генералы Антонио Лопес де Санта Анна Нью-Джерси қаласында тұрды. Ол бір тонна мексикалық чиклді сатпақ болып алып келді және Томас Адамсы оны сатып алуға өндірді.
Адамс фотографер өнер тапқыш еді, және ол резинге алмастыратын зат ойлап табу үшін каучукты вулканизациялау жоспарлады. 1871 жылы Адамс сағы жасайтын машинаны патенттеді. Сондықтан ол сағызы көп мөлшерде әрі жылдам жасауға қол жеткізді. Ол сатып алушылардың назарын аудару үшін өзінің сағызына мияның сығыздығын қосты, және бұл тағы да сәтті болды. Америка Құрама Штатының ең алғаш дәмдеуіш қосылған сағыз болатын, және ол Черный Джек деп аталды. Бұл уақытта Адамс өзінің сағызының формасын өзгертті, ол енді ұзын таяқша түрінде болды. Черный Джек 1970 жылға дейін сатылды, себебі бұл жылы сатылымның төмен болуынан ол енді сатылмайтын болды. Адамс жаңа Тутти Фрутти сағызымен жаңа жетістіктерге жете беруін жалғастырды. Бұл сауда автоматтарынан сатылған алғашқы сағызы болатын. Мұндай автоматтар алғаш рет 1888 жылы Нью-Йорктегі Эл станциясында орнатылған еді. Кентукки штаты әдетте Луисвиллдағы дәріханашы Джон Колганға сағызын хош-үйін жоғарылатуды тапсырды. Ал 1880 жылы ол қантты сағызға қоспастан бұрын қантқа хош-үй сендіргіш қосатын болды. Сағыздың болашақтағы дамуымен әртүрлі компаниялар айналысты, бірақ сағыздың формасы сол күйінде бүгінгі күнге дейін жетті. Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире, нашу беседу. Можете звонить, задавать все ваши интересующие вопросы по номеру 543904 и писать на мессенджер WhatsApp. Номер указан на ваших экранах телевизора 707-233-7173. Иә, сұхбатымызды қайта жалғастыратын болсақ, тәуелсіздік тақырыбында жалпы тағы да қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Тәуелсіздік тақырыбында бізде осы тәуелсіздік тағылымы атты проектіміздің аясында біз әр ауданға тәуелсіздік 30 жылдығына орай баннерлер эскизін құрастырып жатырмыз. Яғни біз осы уақытқа дейін құрастырдық. Енді бастысы біздің мақсатымыз осы әр ауданда осы баннерлерді орналастыру. Негізінен біз білеміз, осы Қостанай облысымызда әр ауданның өзінің бір мысалы ерекшелігі бар. Ол табиғи болсын ерекшелік, немесе өндіріс бойынша ерекшеліктері болсын. Соған байланысты, мысалы, әр аудан өзінің яғни қалауынша осы баннерде не көргісі келетін, және де өзінің ауданында ауданның жетістіктерін, яғни тәуелсіздік өткен уақыт бойынша қандай жетістіктерге жеткенін осы баннерге орналастырып, ол тек қана объектілер емес, тек қана табиғат ғана емес, ол сонымен қатар тұлғалар, яғни әр аудан өзінің мақтан тұтатын, мақтан тұтатын осы мысалы, яғни фотоларын жіберіп, біз дизайнермен бірге оны құрастырып, яғни эскизін, енді оны тек қана орналастырып, осы яғни тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты үлкен бір жұмыс жасап жатырмыз. Керемет. Алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіздер, бізбен және біздің көрермендерімізбен. Әрине, алдағы жоспарымыз үлкен. Биыл жалпы 2021 жылы тек қана 30 жылдығы емес, өзіміздің ұлы ағартушымыз Ыбырай Алтынсарин 180 жылдығы. Жақын арада күзде үлкен бір ғылыми практикалық конференция өткізейін деп жатырмыз. Бұл ең бастысы әрине зиялы қауымның, өзіміздің мемлекеттік және мемлекеттік емес біздің университеттердің барлықтарының қатысуымен болады. Мүмкін облыстық емес республикалықта жасайтын шығармыз, және де дәл осындай тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай тағы бір ғылыми практикалық конференция болады. Сондықтан біздің қатысуымызбен, біздің ұйымдастыруымызбен, ішкі саясат басқармасының қолдауымен біз күзде екі үлкен ғылыми практикалық конференция өткізейін деп жатырмыз. Әрине, бұл жерде ең бастысы халыққа көрсету, өзіміздің жетістіктерімізді көрсету, және де біз тек қана зиялы қауымдармен ғана жұмыс жасамай, жастармен көп жұмыс жасаймыз, себебі біздің жалпы жұмысымыздың формасы көбінесе қазір әлеуметтік желіде жүріп жатыр, себебі жастарымыз көбінесе ақпаратты сол жерден алып жатыр. Сондықтан да осы орайда біз шамамен 150-дей
электронды баннер жасап жатырмыз, яғни инфографика ретінде адам тез ақпарат алу үшін көрінек ретінде эскиздерін жасап жатырмыз. Және де бұл біздің барлық парақшаларымызда көрсетіліп жатыр. Яғни біздің еліміздің 30 жылдықта не жасалғаны, қандай жетістіктерге жеткенімізді қысқаша тезис ретінде көрсетіп жатырмыз. Бұл үлкен бір жақсы құбылыс, не себептен? Себебі қазіргі таңда ақпарат өте көп, және де оның ен түйінін шығарып көрсету бізге ең басты мақсат деп отырған. Для вас лично самые такие значимые достижения за 30 лет независимости какие? Я считаю, то, что, наверное, все-таки то, что у нас есть возможность развиваться, у нас есть возможность созданы все условия государства. Это, конечно же, мирное небо. Это, в любом случае, это главный приоритет наш и главное достижение, наверное. Это наши границы, которые закреплены. Это те возможности, которые нам дают сейчас тот же программа «Болашак». То есть это уникальная возможность, ребят. Это те государственные гранты, которые выдаются сейчас, которые дают и как на бакалавриат, как на магистратуру, так и докторантуру. Потому что только разумное поколение может достигать каких-то высот. Поэтому для того, чтобы Казахстан в целом развивался, нам нужно воспитывать разумное поколение. Вот поэтому и наша организация так и называется «Саналар Пак Екман Юлю». Мы ставим перед собой такие вот цели, чтобы развивать наш Казахстан, нашу область, создавать условия для молодежи. И в этом всем огромная поддержка государства мы чувствуем, потому что мы понимаем то, что необходимо создавать эти условия для молодежи, чтобы они развивались. И вот благодаря таким вот проектам, еще другим проектам, в области очень много проектов, которые мы реализуем, мы стараемся подходить в новой форме работы, чтобы достигать максимального результата. Керемет. Жалпы қазір енді сіздерде керемет мүмкіндік. Біздің көрермендерімізге таңғы сәлемдеріңізді жолдауларыңызға болады, не болмаса, таңғы тілектеріңізді айтсаңыздар да болады. Да, утреннее пожелание для наших телезрителей можете сейчас на камеру. Может, ваши близкие сейчас посмотрят. Дорогие телезрители, всем доброе утро. В первую очередь хочу пожелать вам хорошего дня и, самое главное, продуктивного. И хочу вас всех призвать к тому, чтобы следить за нашими новостями, потому что наш общественный фонд организует множество интересных мероприятий, которые могут быть интересны вам не только для участия, но и для наблюдения. В целом у нас бывают разные интеллектуальные игры, викторины и другие мероприятия, на которых вы сможете не только подкрепить свои знания, но и получить приятные призы. Так что мы всех ждем вас на нашей страничке. Ну и если у вас какие-то вопросы, вы в любой момент можете задать нам, либо предложить какие-то свои идеи. Барлықтарыңызға қайырлы таң, тек қана барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Осы Рамадан айында тек жақсылық әкелсін, оразаларын қабыл болсын. Көптен көп рахмет сіздерге де жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісіп, осы таңғы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Және де жұмыстарыңызға табыс, жеміс тілейміз. Только вам успехов и процветания в вашем нелегком деле. Құрметті телекөрермен, сәрсенбілік эфиріміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Да, мы не прощаемся, говорим до новых встреч, до следующего эфира. Всем пока. Жасыр алмай жүректегі сезімді, неге кенін кім біледі бірақта, айталмаймын нағыз керек сөзімді, неге кенін кім біледі бірақта, айталмаймын нағыз керек сөзімді. Жаным, сенің жанарыңнан жан жылуын сеземін. Кірбін көрсем қабағыңнан өз-өзімнен беземін. Қол ұстасып, сөз байласып, біз екеуміз көзілім. Қосып едік бір арнада,
Ла-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля.